orthodoxen sind ganz ähnlich wie unsere, besonders beim Messer. Also hier beim Altar, Sie sehen, wir machen das nur mit ohne Musik. Вторая Эфиопия, третий Египет, четвертый Друзья, прими радость, когда наказали верующим мир. Тогда мы делаем крест татуировки с правой руки сразу при разделе. Мы узнали старые верующие походки и разделился в мир. Странно, что вы видите Индия в голову, что Индия в голову не крест здесь до сих пор. Почему? Они не буддисты, нет? Апостол Фомаль верующий имя, здесь крещение, здесь в Египте Марк, Die andere sieht so, also ganz normal. So, die griechisch-orthodoxen sind die näheste zu unserer koptischen orthodoxen Kirche. Ich bin Moni. После 7 века все согласны на сокрещение православие. У нас есть система тайницы, обращение, исповедятся, причащаются, венчание, мириточек, по священник праздников. Всегда с одной Мария Рождества будут на церкви крещения Паса Саботающий. Раз в Библии, раз в Матери, году 28 лет. Ну, арабы в Египте пришли со всем уважением, больше 40 нашей эры. А также из них знал в Египте, и у них в такой удовлетворительности сегодня 700 юнилов, 20 юнилов. Чего вы вместе в Египте? Сейчас подключим, за 2 года. 2 Вы точно знаете, сколько строился храм, первый храм, ну, в Израиле, Соломона. Да, третий храм Соломона. Да, и вот оздоблення все сделано, 2 года. О, да. Как написано в Библии, да? Да, 2 года. Да. Написал, да? Ну там, вы знаете, какие золото, по там было шесть, золото, 600 тонн золота там. Но здесь не золото, это газ. Не, я понимаю, но там, в том храме, да, храм, 600 тонн. Да, храм. Но давно золото не очень. Сейчас я вам покажу этот красочки расписан, только поверните глава и посмотрите, пожалуйста, последний иллюстрий. Там самое здание сверху слева, но есть более голые мужчины и женщины, куча фрукты, видно? Где жирафы половины лесой, там это история Адам и Ева. И вокруг нас 3-4 картинки. С этими точно дикий была мужчина синя рядом и строим корабль. Вспомните, кто он? Спасибо. Ной, Ной в ковчег. Вот нижний слева за блатком Авраам и Сару, и направо фараон это Иосиф и его 11 братьев. И умер Иосиф, и после его братьев 300 лет родился Моисей, следующая история книга, схода, числа, левый, первый закон. И половина еще вот рядом, справа налево, прямо здесь. Присаживайся еще раз и посмотрите, пожалуйста. Моисей в картинку, будучи фараоном, нашла его видение. Моисей увидел неопалимый купинатор новой кости. Когда мы знали, что это дерево до сих пор живой, зеленый на 3,5 тысячи лет, находится в Святой Екатерине монастыре. Отсюда только 2 часа. Дерево живое всегда в летом. Моисей посох его удалили там, где в Красной Буре, и за него сделали тянет на мужчин. Это вот такой начал имя. Они кричал: Господи, откуда вы захватываете пустыню наши дети уречь? И неинтересно, заходи к этим богам. Там Моисей на имя Господа видит такого такого глаза. И чистая вода пришла. Скажу вам, истинная вода есть. Там битвин мужумани, а где вы были, где вы они разрешили все крестить. Против положения стена, справа налево. Вспомните, кто там молодой человек, который на пращах, и под судьбой не будет узеля. Ja, was die Manchela zum Beispiel. Also hier zum Beispiel ist der König David. Und David war nicht so groß beim Gröber, wie er schon hier gemalt. Und auch beim Altier ist ein sehr großes Fuß. Also gibt es manche Fehler, weil es Hand gemacht. Aber für die Ehrlichkeit ist eine von den schönsten, finde ich. Ні, ми закону з них. Ну, спеціаліра, я хочу показати цей приміщення. Чи ніхто не посмотрите на спину? Авраам там нашел баран, и принесли, убивали, сказал, сейчас кровь. Агнец за кровь мы сели, кровь за кровь, жертва. Давайте ваше место. Зачем Бог не брал мне баран? Я шнуда, да? Света зацел, он гестопил данах, он дед истодан. О, рядом. А почему вы нам назвали овцы Божьи, а не коровы и Божьи, и Божьи, и другие животные? Смотрите с него сторону, ради совязки. كلفت كم الكنيسة؟ ما حدش عارف. حدش عارف.
Sie wissen nicht. Wobei, ich will Filme, die ich schon reden muss. لا ده اما شوف بعد كده تعالى ده قدس بس خلص وات اجنس بس ما فيش في نفس النقطه رديتس في ясني يسوع برا رديتس يسوع في ясني 30 дней после его рождения Иоанн Креститель в Иордане когда увидел Иисус он громко позвал народ уже и сказал мои израильтяне идите сюда ко мне посмотрите перед вами нашел Мессия Христос агнец Божий вот истинно баранок Божий ich glaube auch die Frauen sind überall die gleiche sie können auch die Männer etwas ändern идите обращайте внимание Иоанн показывает что это агнец чисто животное с музыкальным ветром завитки мне кровь за кровь животную жертву это только прообраз Иисуса когда пришел Иисус нельзя И пример, который Бог хотел показывать, пример Авраам, как Авраам ради Господа хотел пожертвовать один из сына Исаака, Бог ради нас может пожертвовать Христа. А целиком о нем жизни и учения чудеса. Хотите прямо сейчас увидеть реальные чудеса? Вот это. Смотрите. Там, где упала женщина в красном одежде, все были пальцами наказать. Нашли? Женщина в месте преступления, завтра придет дьявол. Почувствовали? На 2000 лет назад кто решает закон, например, род для старших детей, прошу прощения, что это Авраам разучился. На примере, кто был такого, когда я не были боемы, камни по смерти. Ведь вы заметите, зуб за зуб, глаза глаза, ух за ух, камнями до смерти. А сегодня, когда люди камнями до смерти, никто не просит. Знаете почему? Фарисеи книжки привели к нему женщину, поймали и сказали, если ты правда Мессия, Моисей в закон заповеден нам такой-то женщине, наказни ту убивающую эту смерть. А ты, Иисус, ты что скажешь, как ты спаси нас, покажите учение чудеса. Смотрите, как он спаси нас. Иисус посмотрит народ и сказал, мои израильтяне, я люблю вас и не люблю ваши грехи. Не пришел, чтобы я объять и убить это другое. От вас не спрошу жертву или пожертвование. Я спрошу вам, истинно, читайте ли Бог? Как возможно убить Бог, который не увидит и не любит? Если сказал за каждого человека, женщина, не осуждаю тебя, но иди и больше не греши. Не помню. Чувствую этот заповедь сегодня любовь, кается, если у меня грех. Я скажу, прости меня, Господи. Но думайте, если он не нам простит. Сказал, нельзя, как раньше, грешник разнит, то смерть. А сколько человек остался живет? Но думайте, мы грешник, Господи, богатый, грешник, грешник, в мире встречаем 24 часа. Сегодня кто платит за эту новую жизнь, но мы никто. Бог подарит. А если я богатый, скажу, Бог, нельзя завтра покупать новый день, сколько могу платить? Куда могу дойти? Но если я спрошу, каяться, бесплатно или платно? Бесплатно, молиться, прочищаться, все бесплатно. Тогда истинно бесплатно умри, сколько 30 рублей. Сказал, ты недалеко, сегодня будешь со мной. Мы недалеко, а я не могу. Вот это называется чудо. День.